ударился в асфальт, потому что очень низкая вот эта шина. Когда едешь, она разогревается, становится очень мягкой. С той шины, с той горки у меня было 45 километров в час, а с этой 39 километров в час. Я помогал педалями и на 39 километров, а на самом деле больше, на самом деле где-то 40, 41, 42, и набрал 319 часов. А, и я ехал по асфальту всегда. В основном. А с этим большим колесом я ехал, да вот тут было. Я ехал по песку, и я тогда набрал 306 часов. Это по песку невозможно ехать. Почти невозможно, только на очень маленькой скорости. По песку, по твердой земле